Национальное достояние. Нидерланды и США обвиняют Россию в новых хакерских атаках и вновь с участием ГРУ. Вадим Глускер и Алексей Веселовский из Брюсселя и Вашингтона со всеми подробностями буквально через минуту. Комары тоже могут быть грозным оружием. И это не шутка. Российское министерство обороны сегодня обнародовало доклад о военно-биологической деятельности США на территории Грузии. Одним из первых с его содержанием ознакомился Александр Каневич. Начинается визит Владимира Путина в Индию. Как юные таланты из школы «Сириус» помогают укреплять связи между странами, а народной дипломатии и не только. Репортаж Романа Соболя. Воруют на миллиарды, но сапушки не видать. Как вырубают российский лес и куда он уходит? Об этом Михаил Плохотник. Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа.